Вот так вот, ребята. Класс. Где поезда-то? Чё нет? Давай в лобовую, в лобовую, в лобовую! А хули он остановился? О, слушай, а тут железная дорога. Есть. Всё, я. Чё, железка есть? Лови меня! Ты чё, тут железка есть? Кран! Тут арбузы! Где? Тут арбузы на мосту, конфет! Наркоман. Чел, я тут железную дорогу нашел. Где? Тут. О, смотри, подойди ко мне. Зачем? Спорим, ты меня не заставишь. Я не знаю, где ты меня насрать вообще. А стой на месте сейчас. Сейчас я тебе буду. А, он просто так туннельками. Туннель. Что? Я тут что-то взорвал. Тут уже все поломал. Я? Двух убивать не может. Хватит ломать мне кран. Чё ты с краном сделал? Ты мне кран выпилил. А почему я не могу этим? Почему я просто в рукопашную не могу драться? Да потому что, я не знаю. А, типа он на человека не может опуститься, что ли? Да хватит! Да не трогай! Да уйди вообще отсюда, я сейчас отключусь нах. Не трогай! Я ничего не трогаю. Так уйди с его пути. А чё я застрял? Где выход? Пока, бро. До свидания. Интересно, а я пролезу? Я хочу сюда пролезть. Походу, я слишком жирный. Твою мать! Я слишком жирный, чтобы сюда пролезть. Дай мне пролезть. Или пролезаю. Сейчас, я тебя впихну, давай. А, впихнешь? Давай. С разгончика так, хренак в жопу. Это потому что кто-то слишком много ест. Потому что кто-то слишком много пьет. Пытается на машине туда пролезть. Подожди, тут машина более узкая нужна. Подожди, ты не... Да не пинай меня. Тут узенькая машина нужна. Подожди, отгони моего жердяя. Выйди из своей тачки, отгони жердяя, я хочу съехать. Вот на этой, по-моему, получится. Чё все так трясется? Сейчас посмотрим. Во, смотри, пролез. Я сейчас тоже. Погоня за поездом. Стоять, сука! Стоять! Сейчас я к тебе пойду. Стоять! Сейчас я к тебе приду. Давай, я нам поезд остановил. Куда? Короче, я тут на поезде еду, а Андрюлик следом на машине. Сучка, он меня остановил. Ну чё, и где ты? Попробуй. Чего попробовать? Поезд это попробуй, Семёныч. Чё ты с ним сделал?
А кстати, реально, а что будет? Андрюха, мы сломали поезд! Мы сломали поезд, Андрюха! Мы его сломали нахер! Мы поезд сломали! Блять, что с ним? Андрюха, ты поезд сломал к хуям! Чё ты с ним делаешь? Это не то, что... Андрюха, мать твою! Чё ты делаешь? Его сломал! Твою мать! Ты где? Я на платформе. 9 3/4? Да. В смысле, а чё они так друг за другом-то встали? Чё? В смысле? Ебать. Я хочу сейчас вот делать вот так. Зачем? Я хотел на него залезть. Да блять, я другой взламывал. Пиздец. А чё ты делаешь? Блядь. Ты не можешь здесь? Умер. Ты бабулька! Сидь, подыщи, подойди ко мне, а ты куда делся-то? Подойди сюда. Я пошел умирать. Да сюда иди! Да ты реально бабулька! Лина, ты говоришь, что ты меня назвездел? Нельзя краном этим управлять. Так я про другой кран. Про какой? А, это камера. На котором ты уже был. А, этим что ли? Да. Да где ты, чувак? Да подойди сюда, давай нормально видео начнем. Я не бабулька. Да подойди ты, сучка. Я сейчас... куда без меня? Ран. Я за тобой камерами слежу. Ой, нет, ни хрена. Да почему я не могу умереть? Зачем тебе это? Я не хочу быть бабулькой. Да ладно, чё ты, я не знаю, расхныкался-то. Ты где вообще? Где ты? Где ты? Ты, сука. Меня... Давай, нормально, снимем! Сейчас иду. Бабулька. Бабулька по стройке бегает. Странная бабулька. Сумасшедшая бабулька. Сумасшедшая бабулька. Ты где? А я тебя кто? А где ты? Я тебя даже не вижу. Кто я? Ну поднимись сюда наверх, я не вижу издалека. Ну кто я? Да я не вижу. Ой, кто? Ты помолодевший и побритый Биг Смоук. В очках таких? Да. Так ты был таким. Ну, для Биг Смока ты слишком молодой и слишком бритый. Подойди ко мне поближе, я хочу сфотаться. Вот так вдвоем. Подойди ко мне поближе. Дробаш убери, подойди поближе. Алло! Алло! С другой стороны встань, с другой. Да с другой стороны! Да с другой стороны! Наконец. Да блять, да не ходи, вот ты встал перед. Во, наконец-то нормальная фоточка. О, а ты можешь меня поднять этим краном? Нет, он вниз не опускается. Так он вот к лесенке к этой идет.
Сейчас, погодь, я к тебе залезу и поднимешь нас обоих, ладно? До свидания. Да ты пидорас, подожди, говнюк. Все, я спрятался, нет, я не могу спрятаться. Запрет. Я не могу спрятаться. Ай! С хера ли он сам, хули он сам прыгнул, я не нажимал вообще, чтобы он прыгнул. Дебилка с головой. Я на самом верху, я прям руфер. Ебать. Бро, я тебе сейчас лифт спущу, го ко мне. Я его уже поднимаю. Да не этот. А какой? Смотри, вниз давай опять, взломаем. Видишь меня? Ладно, ладно, сейчас. А я почему-то не могу его взломать. Я его сейчас сломаю, да ты сорвешься. Че за херня, я нажимаю и ничего не... Вот, все. Че, давай, говори, куда мне? Сейчас, я к тебе спущусь. Так. Сейчас, лифт сейчас спустится. Не, класс, ребят, мне нравится игра, в принципе, это. Мне эта игра нравится, ребят. Класс. Иди хорошо, сюда, что? Иди сюда. Иди. Все, пойди. Все. Ты знал? Да. Вот, смотри, сзади выходишь. Смотри, тут офигенно. А где? Ну, высоко. Ух ты! Класс. Хорошечно. А я еще выше. Подожди, чел, мне обратно надо. Я тебя поздравляю. Ну что, давайте тут тогда полазим уже без Андрюлика, раз он сдох. Да пошел ты. Да я шучу, давай иди сюда. Идите сюда, девушка. Я не девушка. Ну тут баг со скинами у меня. Смотри, а по идее на эту херню можно или нельзя? Я лучше, чем ты. Ну, в игре, да, в реальной жизни нихера. Почему? Потому что ты маленький, ты низкого роста. Ай! Я забрался на самую высокую штуку. На этом мы заканчиваем. С вами были Андрюха и Тепловозыч. Всем пока!